Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». При осмотре обнаружили вот такое вот интересное явление. Лампа освещения кабины трансформатора. Вот это кабина трансформатора тысячника. И вот лампа освещения кабины трансформатора впилась в силовой кабель 10 кВ. Вот видно следы нагрева, то есть оплавлена оболочка кабеля при контакте лампы накаливания. Вот такое вот интересное явление на самом деле, как бы кабель нужно немножко лишь отодвинуть от лампы. Ну все, с вами как всегда был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч!